Я поменяла скатерть. Я скатерть с цветочками убрала до весны, а постелила вот эту вот осеннюю зеленую. Она у вас какая-то серая, на самом деле она зеленая. И здесь стоит мой букет. Вот в таком кувшине. Кувшин этот очень большой. Мне его дарила мама. Здесь либо 2,5, либо 3 литра. То есть он просто огромный. И я вам показывала видео свою коллекцию ваз. Ну, это не коллекция, просто те вазы, которые у меня есть. И говорила, что мне просто необходимо хотя бы одна, лучше две или три больших вазы для больших букетов. И мне в комментариях кто-то написал, что я думаю, что ваши вазы можно поставить большой букет. Да что вы говорите? Какие мои вазы можно поставить большой букет? Вот в это, что ли? Смеетесь? Нет. В те вазы, которые у меня есть, большой букет поставить невозможно. Так что я в поиске больших ваз. Меня сегодня день рождения, но не сегодня, когда вы смотрите, а сегодня, когда я записываю. И я подумала, что раз уж я собралась, накрасилась для ресторана, пожалуй, зайду я к вам на несколько минут в кадр просто поздороваться, потому что мы с вами давно уже так вот лицом к лицу не встречались. Потому что мне в последнее время лениво собираться, тратить там полчаса на то, чтобы мелькнуть в кадре несколько минут. Ну, раз уж сегодня так все равно все сложилось, ну, да, решила выйти к вам лицом к лицу. Чудесная погода стоит, правда? Я в детстве, на мой день рождения всегда была вот такая вот погода. Ко мне приходили подружки, мама нам накрывала сладкий стол именно на улице. Но последние 25 лет в Москве погода как бы не такая, чтобы накрывает стол на улице. Обычно это холодно, обычно дождливо. Но вот сейчас прям прекрасная погода. Я очень-очень рада. Ветер только. Я не знаю, наверное, вам ветер шумит в микрофон. Но извините, если что. Меня не зависит. Я не знаю, замечали вы или нет. У меня так точно. Новый год, он начинается не только 1 января, но и как будто бы 1 сентября. Не знаю, хотя, конечно, уже и школа давно позади, и там университет тоже давно позади. Но вот какое-то вот такое, что после лета начинается новый рабочий год. Вот такой вот у меня есть. Лето прошло быстро. Хотя не могу сказать, что незаметно, потому что много что у меня все-таки было летом. Я и поездила, да, получилось, если считать конец мая тоже летом, тоже летним месяцем, то я была дважды в Питере. За это лето. Я была один день в Карелии, я была 3 дня в Минске, я несколько раз была в Воронеже. У меня в гостях была племянница, и мы с ней 3 недели, мы с ней вели тоже очень такую насыщенную культурную жизнь, побывали в разных местах. Помимо этого, мы же живем за городом, у меня довольно большой дом, сад. Помощников по хозяйству нет, нет у меня ни садовника, ни домработницы, ни кухарки. Вот это все тоже на мне, поэтому много времени ушло именно на такие дела домашние. И вот сейчас, когда уже сезон, уже можно сказать, закрывается, садово-огородный сезон, в общем-то, пора начинать заниматься более плотно работой, делами рабочими. И у меня, в общем-то, мой основной канал. Почему я его называю основным? Потому что, во-первых, он старше, во-вторых, там большее количество подписчиков. Он у меня, ну, можно сказать, стоял на стопе. Мало видео я туда выкладывала, потому что видео с мастер-классами, они требуют очень много сил и времени. Не было у меня такого ресурса, не чувствовала я в себе. Вот, поэтому видео давно там не выходили, но помимо обзоров выставок кукол, а вот видео с мастер-классами давно уже не было. Но я планирую возвращаться. Да, если вы вдруг почему-то не знали, что у меня есть основной канал, ссылка на него всегда есть в инфобоксе. Переходите, подписывайтесь. Если вы не знаете до сих пор, что такое инфобокс, где его искать, такое видео тоже было у меня на канале. Зайдите просто на канал, посмотрите, там я показала все очень подробно, как найти, все пошагово, все очень наглядно, где что искать. По поводу
расписание видео на этом канале. Ну вот за последние месяцы сложилась такая уже традиция, я думаю, ее постараться придерживаться. То, что в неделю выходит три видео. Одно из них влоговое, как правило, выходные. Это как отчет за неделю. Одно видео, посвященное вещам с историей, но это то, что антикварные магазины, комиссионные магазины, барахолки, бложки, вот это вот. И одно видео, посвященное искусству. Это либо выставки, либо какие-то музеи. Это то, что меньше всего просматривается, но то, что я считаю наиболее важным. Вот, кстати, ну, наверное, на момент выхода этого видео, видео с Жанной, с нашей беседы об искусстве, об эстетике, о насмотренности уже, я думаю, что уже вышло. Но на момент записи еще нет. Я не знаю, как вы его приняли, я не знаю, какие там были просмотры. Если вы его пропустили, посмотрите, пожалуйста. Я уверена, что это будет интересно. Вот, и Жанна тоже говорит и о насмотренности, и о росте. Это очень важно. Вот эта вся насмотренность, это очень важно для роста человека. Что еще хотела вам рассказать? Да, кстати, покажу вам сейчас за кадром, что еще я привезла из Воронежа. Я получила в подарок от Жанны вазу, покажу, какая красивая. Вот, что-то я привезла от мамы. Да, наверное, вот то, что вот от Жанны, от мамы, по-моему, больше ничего. Показывать какие-то подарки ко дню рождения, ну, пока нечего показывать, на самом деле. День рождения только сегодня. Подарки я получила, но это такие подарки личные, которые, ну, наверное, неинтересно будет показывать всем. Вот. А если что-то будет интересно, именно то, что я посчитаю нужно показать своей аудитории, я обязательно покажу. Ну, либо в этом видео, либо в следующем. Посмотрим, если будет что. Вот. А что еще хотел сказать? Вот что еще хотел сказать. Вы знаете, наверняка слышали уже даже неоднократно от разных блогеров о том, что монетизация на YouTube отключена, что блогеры делают свою работу абсолютно бесплатно, она никаким образом не оплачивается, если, конечно, блогер не сотрудничает с рекламодателями. Я не сотрудничаю, у меня никаких оплаченных видео нет и не было. Ну, я думаю, что, наверное, будут, но пока нет, пока не было. И многие блогеры давно уже в инфобоксе разместили ссылки на свои реквизиты, на свои банковские реквизиты. Я этого не делала до сих пор. У меня, кстати, спрашивали много раз, а почему? А я не знаю, почему. Может быть, я стеснялась, не знаю. Ну, в общем, я решила, что я тоже оставлю ссылку на свои реквизиты карты Сбера, если в инфобоксе, если вы хотите мне сделать подарок ко дню рождения, либо если хотите просто поблагодарить меня за мою работу, за то, что я делаю, пожалуйста, реквизиты карты Сбера есть в инфобоксе, если хотите. Если не хотите, никого не принуждаю, но попрошу оставить без каких-то негативных комментариев вот это дело. Не хотите, не благодарите, но давайте молча. Вот, на этом я с вами лицом к лицу попрощаюсь. Все остальное я буду снимать и показывать вам уже за кадром. Хорошо? Покажу, что от мамы привезла. Посмотрите вот это фото. Этому фото уже много лет. Это мы с моей сестрой. Вот это девочка за рулем, это я. Вот эта девочка на багажнике, это моя сестра. Вот так вот мы с ней и катались. У нас 4 года разницы. Необыкновенно мило, я считаю. Так, а что привезла? Я привезла кукол. И я вам в видео из Воронежа показывала кукол, которую я купила, ну, пупсов. Этих кукол я не покупала. Это мои куклы. Это то, что я забрала у мамы. Эти куклы, ну, они никакой коллекционной ценности, собственно, не имеют. Они не редкие, они недорогие. Они дороги мне только тем, что это мои куклы. Эти куклы у меня появились, когда я была уже не очень маленькая. Я уже, наверное, была, ну, наверное, уже была школьницей. Ну, может быть, вот это постарше, это, наверное, помоложе. Вот. Я уже вам говорила, что в большей части я все-таки играла не куклами, а мишками. Ну, вот куклы у меня тоже были. Самая любимая, и которая сейчас имеет коллекционную ценность,
и коллекционная ценность, и материальную ценность, она почему-то не сохранилась. Я не знаю, где она есть. Я ее звала Катя, а вообще это Зоя. Кукла, ну, которая продавалась под именем Зоя. Она куда-то пропала, я не знаю, наверное... Не знаю, ну, короче, я не знаю, где они есть. Вот эти вот две куклы сохранились. Вот это, я не помню имен, были ли вообще у них имена, я не знаю. Такая кукла, у нее, насколько я понимаю, сохранилась родная одежда. Это вот то, как она была одета. Здесь очень мило, наверное, мои племянницы сверху, поскольку здесь резинка уже вся растянулась, сверху надели такую черную резинку, чтобы трусики не падали. Вот это одна кукла, она в прекрасном состоянии, все у нее целое, я с ней делать ничего не буду, ну, немножко, наверное, помою и одежду постираю. И вторая кукла, вот, она, судя по всему, старше, у нее глазки не закрываются, я не знаю, знаете, я небольшой знаток, вернее, я вообще не знаток винтажных кукол, я не знаю, как эта кукла называется, кто ее производитель, понятия не имею, это была моя кукла, на ней какая-то была одежда, но она не сохранилась, то, что здесь остались только туфли, то подозреваю, что, скорее всего, не родные, на ней была вот эта одежда надета, но это не ее, вот это платье и вот эта фата, они остались от моей куклы-невесты, и я думала, что эта одежда не сохранилась. Куклу-невесту мы переодевали на моем основном канале с вами вместе несколько лет назад. Тогда я ее забрала у мамы, и она была, на ней были только одни трусики. Вот, и мы ее с вами переодевали. Оказалось, что ее платье сохранилось, просто оно было надето на другую куклу. Но платье как-то оно... Как-то оно мне не нравится, во-первых, во-вторых, оно уже плохо сохранилось, у него тут всякие дырочки, так что эту куклу, скорее всего, тоже буду переодевать. Но пока, может быть, вот постираю платье, на нее надену, но это не ее платье, это платье куклы-невесты. Вот, две куклы, кукла сама в хорошем состоянии, с ней все хорошо, ну, ее можно причесать какие-нибудь, ей, может быть, бантики завязать, ну, мы с вами девочки, мы все это делать умеем. В общем, еще одна галышка оказалась в моей коллекции. Еще одна кукла ожидает одевания. Еще забрала кучу пупсиков. Это все тоже мои пупсики. Они, наверное, конечно же, не имеют никакой коллекционной, материальной и прочей ценности. Но я же их не покупала. Это пупсики мои. Ну, наверное, что-то мое, может быть, что-то сестры, но поскольку мы с ней были близки по возрасту, поэтому там особо не делилась, чьи игрушки. Вот, просто они также пойдут в экспозицию к моим винтажным куклам. Вот этот, наверное, помоложе, эти, наверное, постарше. Мишку вообще не помню, откуда он взялся, вообще его не помню. Этих, может быть, имеет смысл их, конечно, раскрасить, но посмотрю по времени, по возможности. Вот, это все тоже пойдет... Я вам уже говорила много раз, но, наверное, уже пора начинать делать, меньше разговаривать. То, что хочу перенести из своих винтажных кукол отдельно к себе в мастерскую и сделать прямо вот экспозицию. Ну вот, все-таки я надеюсь, что осенью я эту свою задумку осуществлю. Еще одна вещь, которая моя, которую я тоже привезла от мамы, и которая тоже пойдет в эту экспозицию к куклам. Давайте-ка я поднимусь немножко камеру. Вот так. Это моя швейная машинка. Вот такая вот она. Видите, она как новенькая, потому что она делала строчку, но какую-то некачественную. В общем, я с ней шить на ней мне не получалось. Тем более, что я очень рано начала шить на бабушке на настоящей ножной машинке, поэтому вот это все, это было какое-то баловство. Вот. Никто на ней не шил, ни я, ни моя сестра. А мне эта машинка досталась, наверное, от кого-то из двоюродных сестер. В общем, она тоже была не новая. Ну, в общем, вот эта вот швейная машинка тоже пойдет ко мне в коллекцию винтажных игрушек. Вот, про игрушки это все. Сейчас покажу, что еще я привезла от мамы. Что-то я не помню, сказала я вам или нет, что вот этот вот здоровый кувшин мне тоже когда-то дарила мама. Ну, если не сказала, то сейчас говорю. Смотрите, ну, перед тем, как показать, что я еще привезла от мамы, покажу вам вот такую вот чудную красную вазочку. Это подарок от Жанны. Жанна посмотрела мое видео с моими покупками из Минска, увидела красный графинчик и говорит, я теперь знаю, что тебе подарить. Ну и вот, продолжение моего красного периода. Чудная, красивая
вазочка. Ну, наверное, конфетница, но с другой стороны, что захотим, то и положим. Можно фрукты, ягоды, конфеты. Ну, в общем, все, что захотим. Я не знаю, что происходит, почему у меня осипший голос. Я не болею, но почему-то голос у меня осип. Так, это подарок от Жанны. От мамы я привезла два предмета. Вот такую, ну, наверное, это креманка такого синего цвета. Это я могу предположить, что это вещь не старая, вещь современная, потому что у меня есть такой формы, только бесцветное стекло матовое. Я покупала, наверное, лет 20 назад. То есть это пока что еще, ну, не винтаж, ну, условно винтаж. В общем, вот такая вот креманка синего цвета, она одна, но, значит, я ее буду использовать не как креманку, а также как вазочку для фруктов, для печенья, для конфет, ну, в общем, для чего угодно, да можно им мороженое положить, если я буду есть его одна. Такая вот славная синего цвета, продолжение моего синего периода. Как-то вам отсвечивает, кажется, какая-то мутная, грязная. На самом деле это просто искажается цвет из-за камеры. Еще мама мне отдала вот эту бутылочку. Это должен быть набор, и таких бутылочек должно быть две. У меня она одна, но таким образом у меня уже почти складывается набор. Сейчас я вам покажу, что у меня уже есть, и покажу, как я это буду. Сейчас я немножко, наверное, опущу камеру, минутку. Вот смотрите, вот эта бутылочка, которая теперь у меня есть. Вот она. Вот такие соль и перец, это бабушкины. Я их от бабушки привезла, но там соль и перец, видите, они как будто бы там присохли внутри. Я их пока что не смогла отмыть. Чем-то таким, знаете, жестким, как каким-нибудь азолитом, я не хотела бы пользоваться, потому что все-таки это для пищевых продуктов. Не знаю, чем воспользоваться. Может быть, их просто надолго замочить в воде, может быть, они тогда сами по себе отойдут, я не знаю. Ну, в общем, они у меня просто стояли. Но сейчас смотрите, что получается. Еще у меня есть вот такой стеклянный подносик. Я его покупала на блошином рынке. И теперь, смотрите, у меня собирается такой наборчик. Мне нужно найти еще одну бутылочку. И можно, в принципе, уже ставить на стол. Да уже сейчас можно поставить на стол. Соль, перец, масло. И вот еще для уксуса. Для бальзамического уксуса нужно найти бутылочку. И будет у меня вот такой наборчик. Вот. Так вот у меня все произошло. Что скажете? Красивенько же, правда? По-моему, да. Кстати, вот таких вот стеклянных подносиков у меня три. Вот один у меня здесь стоит на обеденном столе. И два таких же у меня есть в ванной комнате. Там просто выставлены всякие косметические средства. Вот мне нравится, как это выглядит. Покупала на Бложке в Воронеже. Я не помню, в районе 100 рублей. Где-то примерно так. У меня тут коробка стоит. Я продолжаю разбирать, что я привезла из Воронежа. Я привезла вот такие вот кукольные туфли. Это современные туфли, это китайские туфли. То есть у нас в продаже, ну, у меня в магазине, в большой корзине продается разная обувь кукольная. Есть ручная работа, она, конечно, дороже. И есть вот такая вот, ну, промышленного производства обувь. Я их привезла, помните, я покупала в комиссионке в скупке на 5-й парковой куклу. Кажется, в латвийском, что ли, костюме. Она вся одета, у нее только не было обуви. И, знаете, вспомнила о том, что она без туфель, когда эти туфли увидела. Ну, они мне попались на глаза, думаю, надо попробовать. Вот я не знаю, на самом деле даже не знаю. Угадала с размером, не угадала. Сейчас пойду искать ту куклу и буду примерять. Вот она, та самая кукла-невеста, платье, которое я вам показывала. Она почему-то была без... Ну, вернее, почему-то. Ее просто переодели. И я ее забрала, получается, она была без платья. Вот это платье. Шляпку свадебную, свадебное платье. Там у нее сумочка свадебная. Свадебное нижнее белье. Не буду сейчас поднимать. Вот мы шили на основном канале. И вот это на лице у нее не грязь. Мне каждый раз пишут, умойте куклу, это не грязь.
это сход покрытия, ее нужно просто отдавать в реставрацию. Вот, показала вам, здесь стоят мои антикварочки. Сейчас просто темно в комнате, я не хочу включать свет, поэтому у вас немножечко такая, ну, не очень хорошее изображение, но какое есть. Вот, здесь антикварочки, и здесь же пока у меня винтажка, но буду переносить. Ну, раз уж стала показывать, давайте покажу, здесь вот они стоят, мои винтажные. Тут у мальчика одевали, вот этого пупса одевали, вот там он ежик, причем этот ежик... Я его покупала, он был в платье, то есть это была ежиха, но мне не понравилась ежиха, я его одевала как мальчика. И вот здесь вот еще тоже кукла, это все винтажные игрушки, которые мне достались либо совсем без одежды, либо в одежде в плохом состоянии. И мы их с вами вместе на моем основном канале переодевали. Вот та вот, вот эта куколка, она в таком сейчас, ну, антикварном стиле, вот, а была простая китайская кукла, ну, в виде снегурочки, кажется, она была. Вот так. Сижу и смеюсь. Нашла я эту куклу. И почему-то я забыла, какого она размера. Мне почему-то казалось, что она больше. Но она, конечно, совсем малышка. И, конечно, эти туфли очень сильно велики. Ну, ладно. Значит, эти туфли подойдут другой кукле какой-нибудь. Вот, а для этой, ну, найду поменьше. Очень смешно получилось. Вообще-то история, когда я не угадала с размером кукольной обуви, у меня уже была. Помните, в начале года, да, что-то так быстро время идет, я что-то уже забыла. Наверное, в начале года я получила посылку из Англии от Ирины, и она мне прислала английскую куклу, ну, вернее, она мне прислала из Англии, но она, скорее всего, немецкая. И у нее разбитая, неаккуратно была склеена ножка, и мне хотелось замаскировать это место склейки, надев сверху еще одну пару обуви. А там у нее, ну, уже ножка отлита с ботиночком. Ну, сейчас не хочется ее искать, чтобы вам показать. Вот. И тогда я не угадала с размером. И также привезла обувь. Две пары обуви я привезла. Ни одна из них не подошла для той куклы. И эти ботинки я сохранила. Я их не стала продавать. Они лежали у меня. Думаю, ну, я же покупаю регулярно кукол, как им пригодятся. И вот я про них вспомнила. Это тоже ботинки из нашего магазина, из моего магазина. Но это ботинки ручной работы. И они, ну, подороже. Я вспомнила про них и решила примерить. Вот смотрите. Вот смотрите. По размеру подходит просто идеально. Ну, по форме, наверное, не совсем. Здесь, наверное, все-таки должны были быть какие-то туфельки либо сандалики. Я подумала, вот пускай будут ботинки. Да, пусть будут ботинки. По цвету они подходят нормально. По размеру идеально. Вот. Лучше пусть будут оранжевые ботинки, чем девочка будет босой. Так что эта кукла у меня уже обута. Ну, такая вот немножко, мне кажется, так по-современному выглядит в этих ботинках девчонка. Но мне все равно нравится. И что-то я подумала, наверное, сейчас пойдем покажу я вам ту куклу, про которую я вам говорю. А то, если вы не смотрели раньше, вы не поймете, о чем речь. Ладно, пойдемте покажу вам. Вот она, эта кукла, и видите, к этому платью, я выбирала те рыжие ботинки, мне казалось, что как раз к этому платью они хорошо подойдут. У нее такое платье, она, наверное, сидела, может быть, где-то на окне, но сильно выгорела. Сзади платье темное, а спереди очень светлое. Я в этом не вижу ничего страшного, винтажная кукла, ей можно. И вот здесь, вот видите, была разбита и неаккуратно склеена ножка. Мне не нравится, как это смотрится. Вот, делать реставрацию, но это нужно отдавать мастеру. Я сама не возьму, чтобы это было незаметно. Но пока не до этого, если честно. Поэтому я думала сверху надеть кожаные ботиночки, чтобы не было видно вот этой вот склейки. Но те рыженькие не подошли. Вот эти слишком большие для нее. И еще одновременно с рыженькими, ну, я вам уже показывала, давайте еще раз покажу. Я привозила еще вот такие вот ботиночки.
Они тоже ручной работы, они такие же точно, как рыжие, только они большего размера. Но эти слишком большие. Слишком большие, тоже ждут какой-то своей куклы. Видите, все равно все пригождается. Поскольку они у меня появляются, то все находят свою хозяйку. Ну, вот такая рыжуха. С обувью разобрались, что еще привезла. Я привезла вот такие вот формы. Формы для мыла. Но у меня в планах их использовать по-другому. Вот смотрите, два ангелочка. В них очень красивые и такие тщательно проработанные лички. Видите, что вот у одного, что у другого. Вот, это формы для мыла, для того, чтобы сюда заливать мыльную основу. Но помимо мыла сюда можно заливать все что угодно. Например, гипс для того, чтобы сделать магниты, например, либо какие-то накладки декоративные, чтобы сделать, ну, какое-то панно, либо накладку на какой-то, не знаю, альбом. А сюда можно заливать, ну, например, шоколад. В общем, вариантов много. Я же решила, знаете что, я решила попробовать сделать оттиск с самоотвердеваемой массы, которая вот для кукол используется. Хочу попробовать и, может быть, вот сделать такие личики и с такими личиками делать куколок. Вот хочу попробовать. Если получится, то, соответственно, покажу вам на основном канале, наверное. Вот. А какие еще есть формы? Они вообще, на самом деле, очень интересны. Была большая поставка, в том числе и новогодние, ну, всякие разные. Сейчас покажу вам, что есть. Там очень мне Эйнштейн понравился. Ну, в общем, сейчас вам покажу. Ну, основной мой посыл о том, что эти формы можно использовать не только для мыла. Хорошенькие, правда? Вот то, о чем говорила. Форма с Эйнштейном, видите, вообще огонь. У меня племянник физик, надо бы ему, наверное, сварить такое мыло к празднику, к Новому году. Да и так просто тоже можно. Новогодние формы тоже уже пришли, потому что маловары готовятся заранее. Здесь и елки, и снежинки, все что угодно, и в том числе драконы. Да, предстоит год дракона. И вы знаете, у меня одна моя зрительница написала мне в комментариях, что она мною крайне разочарована, что она считала, что я православный человек, а я продаю драконов, типа деньги не пахнут. Знаете, да, я православный человек, вы не увидите у меня в продаже никаких ни чертей, ни даже тыкв на Хэллоуин, ничего такого у меня нет. Но то, что касается драконов, знаете, наши люди включились в эту игру с китайским гороскопом уже много-много лет назад и с удовольствием каждый год хотят дарить символ года. И я считаю, это как мультик, как сказка, как картинка. И мы тоже шили символы года. Вот у нас был и тигр, у нас был и бык, у нас был и заяц, и дракона тоже будем шить. Вот так вот я вам скажу. А это все наборы нашей разработки. Продаются в моем магазине. Как-то так получилось, что практически все сегодняшнее видео мы с вами провели, не выходя из дома. Ну, так случилось, что да, у меня были поездка за поездкой, дело накопилось, и мне некогда было никуда ехать, и я, в общем, всю неделю провела дома. Вот, поэтому все сегодня из дома. Единственное, что вот в конце видео я возьму вас с собой в ресторан в честь моего дня рождения. Вот и все. Но на следующей неделе я исправлюсь обязательно. И будет больше интересного. А сейчас вот мы с вами сегодня говорили про разные вещи, про планы на будущее. Я вам говорила про видео, которое от Жанны. Если вы его еще не посмотрели, я на него ссылку в инфобоксе оставлю. Да, в принципе, что ее оставлять, это видео было предыдущим. Вот, заходите, посмотрите. Сейчас я вам вставлю кусочек из нашей беседы с Жанной. Ну вот... То, что она говорит про насмотренность, и с чем я с ней абсолютно согласна, потому что я тоже говорю об этом каждый раз. Но я надеюсь, что если вам скажет об этом не один человек, может быть, вы лучше прислушаетесь. Давайте сейчас немножко вернемся к Жанне. Я уже там говорила, да, тебе, что у меня одно из новых увлечений – это гобелены. Uh-huh. По гобелену вообще практически нет книг. Но, кстати, еще такая проблема – нет книг на русском языке. И поэтому приходится еще и в иностранных языках прокачиваться. Шпалеры и гобелены – это вот прям сейчас новое направление, которым увлекаюсь.
У нас в собрании многих наших музеев они есть, причем очень антикварные. Здесь мебель, очень советую. Вот опять же, да, из личного опыта у меня была вот подобная вещь. Ну, кастрюлька и кастрюлька, ну вот хочу откровенно признаться, я не знала, что это чаша для бульона. Оказывается, в таких рано утром королям приносили первым делом бульон во Франции. И это нормально что-то не знать, это нормально развиваться со временем. Как только человек говорит, что я все знаю, он остановился в развитии. Вот у меня была в продаже просто уникальнейшая вещь, которую я продала с продажи, потому что я даже не знаю, что это были и в моей практике такие ошибки. Здесь же, опять же, Германия, которая изначально копировала китайский фарфор. И именно вот в альбомах по декоративно-прикладному искусству прилагаются вот такие статьи, поскольку вот взять, купить книгу одну, где можно все прочитать, ну, невозможно. То есть есть Анри де Моран, книга «История декоративно-прикладного искусства». Но это такой вот путеводитель в мир декоративно-прикладного искусства. Здесь все очень кратко, все очень сдержанно, и прочитав ее, можно получить только общую информацию. А именно, ну вот у меня тут закладочки на стиле, а именно если вот говорить целенаправленно, да, об определенном веке или определенной стране, то полезно купить все-таки альбомы. Так, это же опять стекло советское. Вот. Ну, здесь, конечно, шедевры. Кстати, вот эти две вазы «День и ночь» стоят у нас в Царицыно. Не у нас, в Москве. У вас. У нас. Да, у вас. Да, вот опять же стекло, которым липовали шедевры Государственного Эрмитажа. Кстати, в Пушкинском музее потрясающее стекло. Здесь важно тренировать насмотренность, что классно в этих каталогах и альбомах. Они очень крупно показывают детали, ведь именно вот такие вещи вот, выдают возраст предмета. Потому что видно, что это ручная работа, что это ручная роспись, что это не штамп и все прочее. Видно вообще гибкость линий, вот это знаменитое венецианское стекло, вообще у них есть такая техника или фьори, потрясающая. Раньше столы украшали вот такими композициями обязательно, потому что столы в 19 веке украшали помпезно, такое настольное украшение стекло. И здесь именно вот в таких каталогах и альбомах именно идет упор, вот если мы видим сопровождающую статью, именно идет упор вот на рассказ того или иного, о той или иной технике или истории возникновения такого стиля и все прочее. Ну вот посмотрите, вот видно, да, ручная работа, так неровненько, какие-то неточности, и насколько это прекрасно. Работа сложнейшая. Это уже роспись пошла по стеклу. Вот здесь тоже, да, вот жемчужник. Неровные точечки. А это, как у нас получается, 1759 год. Это же вообще вот вещь. Насмотренность очень важна. Потому что... Вот, допустим, в моей практике было знание форм, помогло мне купить однажды тарелку металлическую серебрения 18 века. То есть она была черная, в патине, но благодаря тому, что я знала старые формы, как выглядит именно технология изготовления. То есть в этой черной патине я смогла увидеть очень редкий предмет. Выгодно купила. А? Выгодно купила. Вообще купила как лом. Это был лом металлов. В общем, лом предметов из металла это был. И я увидела в этом лоте одну эту тарелку на ножках. Она черного цвета, но на тот момент я очень подробно изучала именно Old Sheffield Plate, и я уже знала эти формы, и формы ножек, и нюансы, по которым можно понять, что это Old Sheffield Plate. Когда я ее отмыла, оказалось, что там герб третьего графа Денби,
Она конца 18 века. Это просто музейный лот. Сейчас она в коллекции моей любимой покупательницы. У меня любимых много, но вот она прям досталась человеку. Мне хотелось, чтобы она досталась такому человеку, который будет ее беречь, лелеять. И она даже распечатала фотографию этого третьего графа Денби. Да. И вот всем показывают. Вот такая музейная вещица попалась. Поэтому очень важно знать вот какие-то нюансы и иметь насмотренность. Насмотренность — это вот музеи, это каталоги. И вот многие говорят, да в антикварном магазине такого не встретить. Неправда, встретить. Бывает и такое. Ну и чтобы, знаете, по горячим следам, чтобы продолжить эту тему, в следующем видео я выпущу видео из Академии Штиглица. Долго оно мне лежало в работе, скажем так, потому что там, в этой академии, мы были на экскурсии еще в мае. Но вот монтаж и озвучка занимает много времени, вот оно у меня лежало-лежало. Я думаю, что сейчас, наверное, самое время все-таки его выпустить и вас познакомить с этой красотой, вот как раз с Академией Штиглица, потому что, ну, мы в том числе говорили об этом, и вот в интервью Жанны в том числе. Вот, а полистаем мы с вами сегодня вот эту книгу, которая называется «1000 шедевров декоративно-прикладного искусства». Я уже много раз говорила, что у меня в фаворитах именно декоративно-прикладное искусство. Не живопись, не архитектура. Да, люблю и живопись, и архитектуру. Но все-таки декоративно-прикладное у меня в приоритете. Вот, сегодня будем листать эту книжку. Она большая, она толстая. Я на середине положила закладку. И если, ну как, по времени не будем укладываться, как правило, мы с вами листаем где-то 5-6-7 минут. Вот, если не будем укладываться, значит, полистаем половину и продолжим в следующем ролике. Ну, а если успеем, значит, успеем. Сейчас я немножко поверну камеру, чтобы вам было все видно, и начнем листать эту замечательную книжку именно про декоративно-прикладное искусство. Вот как-то вот по теме видео, мне кажется, это все будет очень уместно. Начнем листать. Все как обычно. Я листаю быстро, вы самостоятельно эту скорость регулируете. Посмотрите, вот эти пчелки. У меня, кстати, я вам когда-то показывала украшения, которые я привозила с путешествия. Таких вот пчелок в виде золотого украшения я привозила из Греции. Я вам сейчас не буду рассказывать их историю. Если хотите, напишите. Я в следующий раз вам покажу и само украшение более подробно, ну, более крупно. И расскажу вам историю. Ну, если вам интересно, конечно. Вот, я как-то, я не помню, говорила ли я об этом видео, или, может быть, писала об этом в комментариях. В последнее время не привожу никаких магнитов из путешествий, в последнее время привожу украшения. И таким образом это не просто валяется и пылится, а вот имеет применение в жизни, и мне так, конечно, больше нравится. Хотя свою последнюю поездку в Минск украшения я никакого не купила, а жаль. Значит, надо будет вернуться. Ну, это так. Это просто к слову пришлось. Сейчас мы с вами просто листаем. Декоративно-прикладное искусство из Средневековья. Здесь в этой книжке есть разделы. Ну, в общем, все, что здесь представлено не в перемешку, не в повалку, а именно по разделам. Смотрите сами, любуйтесь сами. Я не знаю, что вам здесь комментировать, потому что я-то не искусствовед, не знаток. Я просто любитель, я просто очень все это люблю. Это приятно для моих глаз. Вы знаете, меня это радует, меня это вдохновляет. Вдохновляет на творчество, вдохновляет на сочетание цветов, потому что даже, не знаю, будь то гардероб, будь то сервировка стола, что угодно, иногда не приходит в голову самостоятельно, что какие-то цвета можно между собой сочетать. А увидела, понравилось, взял на заметку, и потом с удовольствием используешь и радуешься. Напишите мне, любите ли вы декоративно-прикладное искусство? Или, может быть, вы предпочитаете больше живопись? Ну, к примеру,
Или, может быть, не живопись, а что-то другое, напишите, мне очень интересно. И если вы любите декоративно-прикладное, то что конкретно? Что конкретно трогает ваше сердце? Может быть, это фарфоровые статуэтки, может быть, это, не знаю, металлические канделябры или витражи. Ну, не знаю, что. Вот напишите. Очень-очень мне интересно. Смотрите, красота какая. А вот такие вот произведения можно рассматривать, мне кажется, даже не часами, мне кажется, даже днями, возвращаясь к ним время от времени и каждый раз находя для себя что-то новое и интересное. Вот мы закончили Средневековье, переходим к эпохе Возрождения. Очень мне нравятся гобелены. Очень. Вообще текстиль. Я обожаю текстиль. И гобелен, и вышивку, и кружево. Кружево вообще особенно. Это что-то необыкновенное. Старинные гобелены мне очень нравятся. Именно из-за каких-то, знаете, мелких деталей. Из-за какой-то интересной техники. Когда-то давно, наверное, уже, наверное, года два назад, я на барахолке купила набор открыток со старинной французской, по-моему, вышивкой. И я вам даже показывала, ну, может быть, конечно, знаете, время прошло, появились новые зрители, может быть, конечно, стоит этот набор снова найти, снова вам показать. Что-то необыкновенное. И причем, знаете, это же, ну, как на одежде, там, какой-то камзол, ну, какие-то еще предметы именно с одежды. И смотришь, удивляешься, думаешь, боже, такие произведения искусства, и они были вот в обиходе. Ну, наверное, может быть, не совсем ежедневным. Наверное, все-таки это были какие-то парадные костюмы. Но что-то необыкновенное. Посуда – это более понятно и, наверное, любимо большинством, потому что понятно, как этим пользоваться. Так, переходим в новое время. Переходим к новому времени. Знаю, что листаю очень быстро, но в условиях дефицита времени вы, пожалуйста, сами замедляйте, останавливайте, рассматривайте с той скоростью, с которой вам самим удобно. Красивые, как назвать, тарелки. Ой-ой-ой, какая красота, ну какая же красота. Ну это все, конечно, дворцовые интерьеры. Я не представляю, чтобы это такое было у меня в квартире. Я такое у себя дома не вижу и не хочу. Но каждый себе дом может делать так, как он считает нужным, так, как считает красивым для себя. Так, мы с вами уже листаем 7 минут. Из чего я могу сделать вывод, что мы с вами сегодня листаем только половину книги, а вторую часть полистаем в следующем ролике. Часы. Надо будет вам показать набор открыток с часами, которые я привезла из Воронежа. Вот, мы с вами пролистали ровно половину книги. Оставляю здесь закладочку. Откладываю книжку в сторонку. На этом с вами прощаюсь, потому что отправляюсь в ресторан. Беру вас с собой. Посмотрите, как там было красиво и атмосферно. Прощаюсь с вами. До следующей встречи. Пока. Пока-пока.